Я несколько раз слышал историю о том, как матери Терезе предложили принять участие в мероприятии против войны. И она сказала: «Я не участвую в таких мероприятиях». И сегодня мне вдруг стало понятно, почему. Казалось бы, война, даем оценку, некое плохое действие, которое приносит всем боль, страдания. Что в этом плохого, если мы будем выступать против этого? Но если взять во внимание исследования последней квантовых физиков, то они говорят о том, что нашу жизнь творит наша мысль. И эксперимент, результат эксперимента зависит от того решения, которое уже принял для себя наблюдатель. То есть наблюдатель дает окончательный результат того, что будет происходить. Внутреннее состояние наблюдателя создает жизнь, ситуацию, события. Получается, если я выступаю против войны, то я прежде всего внутри себя активизирую вот это вот некое состояние война. Война, как я понимаю, войну. Да? Напряжение, боль, страдания. И вот это все, получается, я активизирую в себе. Вот эта частичка против, она где-то там. Она мала по сравнению с тем состоянием, которое остается внутри меня. Я, выступая против войны, получается, сам начинаю воевать. И сам своей мыслью, представляя вот это действие, создаю эту самую войну. Если я снимаю какой-то фильм и в нем показываю радостные лица, радостные картинки, то получается, я транслирую свое внутреннее вот это радостное состояние. Я его усиливаю как внутри себя, так и вовне. Люди, смотря это, присоединяются и начинают тоже это аккумулировать внутри себя и, присоединяясь, аккумулируют это вовне. Таким образом, на что направлено наше внимание, то мы и начинаем усиливать, независимо от того, за войну я, против войны. Сам факт, война, она начинает активизироваться. Мир. Мир начинает активизироваться. Получается, где мое внимание, такова и моя жизнь. Если я постоянно буду плакаться и жаловаться, то моя жизнь будет такой вот грустной, печальной, в которой нужно будет постоянно жаловаться и плакаться. Если я радуюсь жизни, я открыт миру, я транслирую, как ощущаю как внутри себя, так и транслирую вовне состояние любви, радости, благодарности за все, что со мной происходит, то, соответственно, я это усиливаю в мире, и это притягивается во мне. И это начинает происходить как в моем пространстве, так и все более и более расширяясь вокруг меня. Но это вот опять мои какие-то размышления и наблюдения. Подумайте об этом. Понаблюдайте, какие события происходят в вашей жизни относительно того, что вы думаете. Соединены они между собой. Может быть, стоит поменять как-то свои мысли, чтобы ваша жизнь изменилась, если вас не устраивает то, что с вами происходит. А если то, что происходит вокруг, вас устраивает, то продолжайте усиливать это и несите радость и любовь этому миру.